Привет, друзья! Сегодня у меня пышки или пончики, как хотите называйте, пятиминутки. Итак, что нам потребуется? 400 грамм муки, ванилин, соль, одно яйцо, 80 грамм сахара, 200 миллилитров теплого кефира комнатной температуры и разрыхлитель 1 чайная ложка. Итак, приступаем. Ванилин высыпаем в муку. Сюда же примерно пол чайной ложки соли. В яйцо добавим чуть-чуть сахарочка сразу. Сразу же забыла сказать. Разрыхлитель тоже чайную ложку отправляем в муку. Можно чуть побольше. Перемешали сухие ингредиенты. Теперь по-быстренькому яйцо разбиваем. Чтобы пышечки были пожирнее, я добавлю сюда немножко сметаны. Можно добавить растопленное сливочное масло. Не пожирнее, а как неправильно я, наверное, сказала, да? Повкуснее, посмачнее. Вот так скажем. Вот так. Отправлю сюда сметанки чуть-чуть. И снова миксером вмешиваем. Теперь соединяем наши влажные и сухие ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто. Сметана не совсем растворилась. Так, сейчас ничего страшного, она у нас в процессе замешивание вся растворится сейчас. Муки может потребоваться чуть меньше, чуть больше, в зависимости от размера яйца, от качества кефира, от качества муки. Так, пора перейти на руки. Оставим наше тесто полежать минут 10-15. Наше тесто отдохнуло. Припорошим рабочую поверхность мукой. И раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. Видите, тесто послушное. Прекрасно себя ведет. Вот такая толщина у нас должна получиться. Так, где вам лучше видно? Вот такая толщина теста. Берем формочку и нарезаем, не знаю, как хотите их назовите, мини-пышечки или пончики. Я стакан с носиком взяла, ничего страшного. Даже прикольнее будет. Какой был под рукой, тот и взяла. Убираю наши пончики. Ну, эту просто так оставлю. Будет такая пышечка. Побольше размерчиком. Так, переходим к плите. Пока масло у меня нагревается, я тут подырявлю мои пышечки, чтобы у меня получились пончики. Вот, не считая отдыха теста, на все про все у меня ушло 7 минут. То есть, как вы видели,
Я не случайно их называю пятиминутками. Это когда вот чего-то вдруг сидел-сидел и вдруг захотелось. Вдруг подумал, а там сметанка стоит. А почему бы нам сметанку не употребить? Масло на нагрев классически проверяем деревянной палочкой. Заранее я приготовила вот там вам не видно, но я туда потом камеру чуть-чуть поверну. Блюдо застеленное бумажной салфетками. Нет, пока масло не готово, потому что пузырьки вокруг палочки не идут. Ждем. Ну вот уже пузыречки начали идти. Отправляем. Количество масла достаточно большое. Огонь чуть-чуть убавляем. Делаем такой средненький, чтобы наши пышунчики не подгорали. Вот такие румяненькие симпатульчики у нас получаются. Ну вот, выкладываем на тарелочку, чтобы маслица лишняя впиталась. И следующую партию отправляем. Очень вкусно пахнет ванилькой. Одна не влезла. Так, ну а эти можем уже перекладывать. И осталось у нас вот это. Я ее тоже издырявила. Контроль. Так, ну и остался наш пышка-гигант. Ну и, в общем-то, все. Всего и делов. Он финальный, скажем так, необязательный этап. То есть это чисто на любителя. Сахарная пудра. Пудру стали делать. Комкуется ужас как. Ну вот, мои дорогие. Все быстро и очень-очень просто. На этом я с вами прощаюсь. Приятного аппетита, мира, добра и до скорых встреч!